В среду 12 марта Курзамское телевидение предлагает вашему вниманию вторую часть передачи «Что такое латышскость и как распознать латыша?». О том, почему латыш завидует латышу, почему латыши не крестьяне и почему латыши всегда старались стать зажиточными, обо всем об этом в передаче расскажет социолог Дагмара Бейтнер-Эдегалла. У нас очень слабая внутренняя солидарность. Мы рассказываем о том, что латыш ест латыша, но это не так. Я занимаюсь биографиями, и я вижу, что в латышах есть и солидарность, и поддержка, причем очень крепкая. В нашей литературе нет историй о латышских миллионерах, нет романов, фильмов, сериалов о них. Мы во многом деградировали из-за системы Советского Союза, но нам надо хорошенько всмотреться в себя и понять, как развивать нашу страну. Передача «Что такое латышскость и как распознать латыша» выйдет в эфир 12 марта в 19:30 с повторами 13 марта в 8:30 и в 14:45. Татьяна Саксаганская, Гунда Порница, Инджодзинч, Курзамское телевидение.